Здравствуйте. Тебя как зовут, малышка? Как зовут? Девочка. Девочка? Саша. Саша? А мальчика? Никита. Никита, да? А вас? Аня. Аня. Вот сегодня мы приехали в такую дружную семью, которая живет на Партизанском проспекте. И вот совсем недавно здесь были попадания. А расскажите, пожалуйста, здесь часто попадают, да? Часто. Очень часто, скажем так. И вы постоянно под обстрелами находитесь? Да, постоянно никуда не уезжаю, ничего. Понятно. А скажите, пожалуйста, а совсем недавно это далеко от вашего дома было попадание? Ну, метров, наверное, 400. Вы слышали эти попадания, да? Испугались сильно? Ну, с детками пришлось в коридоре сидеть. Понятно. И вот сегодня, благодаря замечательной женщине из Краснодара, Ольге Морозовой, мы проведали эту семью, вот эту маленькую прекрасную малышку, с ее очаровательным братик, да? Братик, братик. Да, и вот мы привезли здесь продукты им, питание необходимые. И вот благодаря... Что ты? Ты бери конфетки. Любишь конфетки? Стесняешься? Стеснительно. Стеснительно. И вот сегодня благодаря замечательным людям, благодаря моим друзьям, подписчикам, все-таки возможно посещать именно множество таких семей, которые нуждаются в вашей поддержке. Огромное спасибо им и низкий поклон. Там можешь брать уже. Спасибо огромное. Спасибо огромное за помощь.